27 ноября депутат Тюменской областной думы Инна Лосева проводит прием по личным вопросам с кагалымчанами в городском отделении партии «Единая Россия» по адресу Молодежная, 3, с 16 часов. На встречу с Инной Вениаминовной записались уже несколько человек. Как показывает практика, часть горожан получает консультации и помощь уже на стадии обращения с помощником народного избранника. В других случаях требуется личное участие депутата Тюменской областной думы. Парламентарий отмечает, что жителей города наряду с проблемами здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства волнуют вопросы по развитию муниципального образования. Отметим, что подобные встречи с избирателями Инна Лосева по возможности проводит в Кагалыме ежемесячно и в каждом конкретном случае ищет приемлемое решение. Предварительная запись по телефону 216-91.